472 055 рублей. Оглашение списка пострадавших, которые должны получить выплаты согласно приговору, заняло около получаса. Суммы варьируются, однако их общее количество составляет более 170 миллионов рублей. Приговором суда Шкаруба признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 168 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Однако на основании пункта части 1 статьи 78 Уголовного кодекса Российской Федерации она освобождена от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Также Шкаруба признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 219 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы. Однако с учетом личности обвиняемой, ее состояния здоровья, а также тяжести совершенного преступления, суд счел возможным отбывание ее наказания без реального лишения свободы, в связи с чем назначил данное наказание условно с испытательным сроком 3 года.